кулуарах Мажилиса министр энергетики Владимир Школьник объяснил журналистам, из чего складывается цена на бензин в Казахстане. Он отметил, что в нынешних условиях низкая стоимость топлива может отрицательно отразиться на нефтеперерабатывающей отрасли нашей страны в целом. Министр добавил, что ценообразование – достаточно сложный вопрос и зависит сразу от нескольких факторов. Вот посмотрите, никогда не задавались вопросов, почему бензин в Европе, в окружающих нас странах, включая там Киргизию, Узбекистан, стоит гораздо дороже, чем у нас. Вот почему. Вот те 14-15 миллионов тонн бензина, которые направляются на наши нефтеперерабатывающие заводы, они не отправляются на экспорт. И по существу, если бы этот бензин отправляли весь на экспорт, то тогда с каждой тонны 80, или как сейчас 60 долларов с тонны экспортно-таможенная пошлина, 15 миллионов умножить на 80, либо на 60, это 900 до 1 200 000 000 долларов казна не получает доходы в бюджет, отправляя эту нефть на внутренние заводы. Экспортной пошлины нет, она теряет. Происходит некий товарный кредит, некая помощь нашей промышленности внутренней для того, чтобы у нас цена бензина была меньше, чем где-либо. Она реально меньше.